Внеочередная сессия районного совета Басарабяска созывалась с периодичностью один раз в неделю трижды. Но все заседания объявлялись несостоявшимися, так как не был соблюден кворум. И хотя на этот раз в зале присутствовало 7 советников из 27, а не 4, как раньше, ситуацию это не слишком изменило. Череда дача оставлялась коммуны. И опять все советники были проинформированы обо всем заранее. Каждый получил на свой домашний адрес письмо с уведомлением, где были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня. У нас есть подтверждение того, что все советники получили эти письма. Но мы вынуждены констатировать тот факт, что уже третий раз подряд большинство советников не является на заседании. Один из вопросов, который планировалось обсудить на сессии, касался восстановления в должности бывшего вице-председателя района Василия Гузун. По мнению присутствующих в зале советников, именно это явилось причиной того, что их коллеги не являются на заседание. Причем обвинили они в случившемся председателя района. Вы пока отвечаете за них. Как отметил Николай Киндигелян, у советников районного совета есть свои мотивы не приходить на сессию. То есть отношения, надо налаживать отношения. Есть бывший зампредседателя господин Гузун, значит, есть районный совет, советники. Вот такая неприязнь между советниками, большинством и господином Гузун. Не надо почему вы палите на советников? По словам представителя госканцелярии в районе Басарабяска, советники, которые не исполняют свои прямые обязанности, лишаются этого статуса. Значит, есть закон о статусе местного выборного лица 768 от 20 февраля 2002 года. Пятая статья. Три раза подряд советник не явился на заседание, с него снимается мандат. Затронул Георгий Кожок и другой вопрос. Кто понесет финансовую ответственность за снятие вице-председателя с должности? Мы готовы расписаться как понятые, да, или как там еще. И дальше уже с кармана, значит, поименного голосования, то, что было, значит, будет упрочено господину Гузуну. Для того, чтобы господину Гузуну выплатили те виновные, которые его уволили и не хотят восстановить, да. Это в регрессном порядке обращается в суд. Это сейчас мы не решаем. Все будет сделано. Запланированное на 29 мая заседание должно было стать последним в этом созыве. Мы находимся на финальной стадии действия наших мандатов, и я думаю, что сегодня мы должны были собраться на свое последнее заседание как друзья, которые являлись законодательной властью в районе последние 4 года. Сегодня речь идет не только о решении единственного вопроса, связанного с исполнением решения апелляционной палаты, но и о решении очень серьезной проблемы, которая касается первичной медицины, так как была закрыта аптека в поликлинике. Есть проблемы с подготовкой учебных учреждений и детских садов к новому учебному году, вопросы детского отдыха и так далее. То есть проблемы, которые мы должны были решить до начала деятельности нового совета, потому что это займет время. Василий Гузун, в свою очередь, также осудил поведение советников, которые не являлись на заседании. К сожалению, эти советники трижды отказались исполнить обязанности, предусмотренные законодательством, поэтому должны сложить свои полномочия. Конечно, это не имеет сейчас большого значения, потому что совсем скоро пройдут местные выборы. Но мое желание заключается в том, чтобы соблюдался закон, и я уверен, что буду восстановлен с должности. В районном совете Басарабяска, который был образован по итогам выборов 2011 года, числится 27 народных избранников. Большинство из них являются кандидатами в органы местной власти и в нынешней избирательной кампании.